мы уже не сможем жить в какой, на девственной планете, в девственной природе, потому что для этого нужно, как говорится, забыть о благах цивилизации, заново одеться в шкуры и охотиться на мамонтах. Но я верю, что мы научимся жить вместе на этой планете, то есть с всеми дикими животными и заниматься ну, вообще хозяйственной деятельностью человека. Я считаю, что нужно начать именно аккуратно, вдумчиво заниматься ну, вообще любой деятельностью и начать больше возвращать обратно и восстанавливать то, что мы взяли. Я со своими коллегами, мы давно увлекались природой, мы участвовали в каких-то программах, в каких-то вещах, но на волонтерском уровне, по охране окружающей среды как-то старались помогать. И в конце мы так решили, что мы хотим нечто большее, сделать какой-то свой вклад в окружающую среду и в украинскую природу. И поэтому мы решили сделать проект по рекультивации земель. Рекультивация – это восстановление земель и водных ресурсов, плодородие которых снизилось в результате человеческой деятельности. Целью проведения рекультивации является улучшение условий окружающей среды, восстановление продуктивности нарушенных земель и водоемов. И нас очень заинтересовала идеология, которую придумали в Нидерландах. Она называется «ревайлдинг», то есть «назад в дикость». В Голландии в 18 веке очень изменился состав фауны и флоры, потому что деревьев почти не осталось. Их вырубили для строительства флота. Завоевывая далекие колонии, голландцы уничтожили огромную часть своей исторической экосистемы. Но благодаря ревайлдингу она была восстановлена и стала пригодна для заселения животными, обитавшими здесь до тотальной вырубки лесов. Ревайлдинг, от английского wild – дикий. Это новейшая природоохранная идеология. Ее суть – возвращать диких животных в места исконного ареала. А благодаря им, в свою очередь, восстанавливается и первозданная экосистема региона. Успешный опыт у себя на родине вдохновил голландцев на помощь подобным задумкам в других странах. Первым таким проектом в Украине стало ревайлдинг-хозяйство, к которому программа «Моя земля» приехала в гости. И, конечно, все началось с подготовки земли. Для этого рационализаторам понадобилось около 2 лет. Благодаря тому, что использованию диких животных и восстановлению природных процессов восстанавливают после неэффективного использования в сельском хозяйстве земель и брошенных сельскохозяйственных земель, их восстанавливают и возвращают назад в природу. Чем очень интересен именно идеология ревайлдинга, что кроме, в отличие от многих охранников окружающей среды, которые очень негативно относятся к сельскому хозяйству, к тому, что сельское хозяйство – это распахивание и уничтожение окружающей среды, у них говорится, что нужно максимально эффективно использовать земли в сельском хозяйстве. То есть они стремятся к тому, чтобы был некий баланс между природой и хозяйственной деятельностью человека. И освободившиеся земли, они, их нужно возвращать, те, которые человек уже не использует в своей хозяйственной деятельности, их нужно возвращать и отдать, и восстановить для дикой природы. И именно этим нас как бы и привлекла эта идея, потому что мы не противники как бы хозяйственной деятельности человека. Мы понимаем, что Украина, ну вот как молодая независимая страна, она должна тоже развиваться. Само хозяйство в виде ревайлдинг-парка существует 3 года. Еще 3 ушли на подготовительные работы. Изучение разных способов рекультивации земель, получение разрешений, оформление и поиск подходящей территории. Почему нас заинтересовала именно Черниговская область? Потому что это сейчас не такая густо заселенная область.
В Черниговской области очень много брошенных земель и тех земель, которые перестали использоваться человеком, и они интересны именно как с точки зрения рекультивации, плюс это может стать, ну, такой большой стартом для того, чтобы в будущем, когда благодаря таким проектам будут восстановлены, их заново мог эффективно начать использовать человек в сельском хозяйстве, в своей деятельности и постараться вписывать это как-то гармонично в природу. И для этого как бы мы и выбрали именно эту местность, и она для нас интересна. Так как у нас в парке живут дикие лошади, то многие посетители парка хотели контактировать с лошадьми, и поэтому мы решили построить собственную конюшню и заняться разведением разных пород лошадей. В первую очередь у нас есть лошади породы норикер. Это небольшой альпийский тяжеловоз. Потом у нас есть два мерина породы дюльменский пони. Это такая вот тарпана подобная немецкая лошадь, и для совсем маленьких, для детей, мы разводим аргентинскую породу лошадей, это маленькие лошади фалабеллы. Норикеры завезены из Германии, из немецких Альп, наши фалабеллы из Голландии, и дюльменеры тоже из Германии. Я наблюдала о норикийской породе, что вот так вот это настолько такие лошади добрые, общительные. То есть они, им очень нравится проводить время с людьми, им очень интересно это все. Они никогда ничего плохого не сделают человеку, если с ним хорошо обращаться. У нас лошади ежедневно обязательно у них есть мацион. То есть если они не работаются на корде, если они не под прокатом, то они гуляют в ливаде. Ну, у каждой лошади это по-разному. Некоторым хватает погулять в ливаде, он может всю свою дурь там выбегать, например. А некоторым и погулять нужно, и еще отработать его. Ну, это зависит от темперамента лошади, характера, настроения и так далее. Ну, у них так же самое, как у людей, может быть настроение, например, сегодня игривое, а завтра он такой спокойный, весь ходит, слушается. Беременность у лошади длится, жеребость, если быть правильным, 11 месяцев. А вот фалабеллы, у них как бы особенность породы, то, что жеребость у них длится 13 месяцев. В основном это один жеребенок. Редко такое бывает, что у лошади два жеребенка. Вообще не рекомендовано каждый год крыть как бы кобылу, чтобы она рожала. Нужно давать перерыв. Но вообще лошадь не с рождения привыкает, что на ней ездят. Есть заездка лошади, вот в основном это 3 года. Лошадь начинают ложить седло, как она поведет. То есть это все постепенно делается, с ней занимаются. А потом уже только всадник, когда увидит, что лошадь готова принять себя, ну, на спину к себе, то тогда только он садится и начинает уже со временем ее выезжать. А так, чтобы сразу сесть на нее, нет, на это надо тоже время. У нас есть свои собственные пастбища для лошадей, и на основе вот этой идеи ревалдинга очень можно ее использовать хорошо, как один из природных процессов, процесс природного выпаса для восстановления пастбищ. Потому что лошади и дикий скот, который пасется на этой территории, он постепенно выедает траву, вносит удобрения, живя на ней. Далее он, ну, топчась и ходя по земле, он размягчает почву, соответственно, а новые семена, они растут более активно, лучше. Далее своими копытами они разбивают подстилку. На брошенных землях образуется корка из засохших и отмерзших остатков трав. Вот эта корка.
Через нее очень сложно пробиться семенам и росткам новых трав и новых растений. И поэтому очень выгодно использовать тарпанов, которые смогут, пасясь на этой территории, разбивать эту корку, и тогда новые травы будут расти заново. Лучное кормовыробництво. Мы идем в двух направлениях – луговое кормопроизводство и полевое. Для лугового мы используем природные луга и травы. Мы улучшаем эти луга, а не разрушаем их. И якість цього сіна на цих луках. На берегу реки Десна бывают паводки и происходит деградация грунта. Мы осуществляем поверхностное улучшение. В него входит: ранней весной производим подсев смеси многолетних трав и питаем азотно-фосфорно-калийными удобрениями. Благодаря этой подпитке мы можем регулировать травостой на этом луге. При увеличении азотных удобрений количество злаковых трав здесь увеличивается. При упоре на фосфорно-калийные повышается плотность бобовых трав. То есть мы подбираем такое количество минеральных удобрений, чтобы все это сбалансировать. При выращивании трав мы стараемся меньше использовать технику на лугах, меньше разрушать дернину, которая образовывалась в течение многих лет. То есть с помощью техники мы проводим минимальное количество операций, а луг развивается сам по себе. Скажем, плотность бобовых трав, а луг развивается сам по себе. В Европе распространено очень во многих аспектах использование именно в сельском хозяйстве лошадей, потому что лошадь может заменять технику, когда мы говорим о производстве экопродукции, каком-то зеленом фермерстве. Если в зеленом фермерстве главное — это не использование удобрений, то сейчас еще в Европе развивается более такое, можно сказать, еще более экологическое фермерство, когда стараются исключить использование и техники. Вообще наш проект по времени, у него нету каких-то временных рамок, мы его просто делим на этапы развития, потому что, в принципе, охрана окружающей среды — это занятие, которым нужно заниматься постоянно. Я верю в то, что если очень вдумчиво, аккуратно заниматься какой-либо деятельностью, в том числе и сельским хозяйством, думать о последствиях сельского хозяйства, то можно очень эффективно использовать какие-то куски земли. Понятно, что мы уже не сможем жить на девственной планете, в девственной природе, потому что для этого нужно, как говорится, забыть о благах цивилизации, заново одеться в шкуры и охотиться на мамонтах. Но я верю, что мы научимся жить вместе на этой планете, то есть с всеми дикими животными, и заниматься вообще хозяйственной деятельностью человека, то есть развиваться, поэтому и как-то стабилизировать эту систему, чтобы не было так, что мы в основном поглощаем и забираем ресурсы из нашей планеты и взамен ничего не отдаем. Я считаю, что нужно начать именно аккуратно, вдумчиво заниматься вообще любой деятельностью и начать больше возвращать обратно и восстанавливать то, что мы взяли. Все знают, что работа на земле — это одна из самых тяжелых работ в мире, но вместе с тем, что она тяжелая, она приносит также и самое большое удовольствие. То есть когда руки опускаются, когда ты что-то хочешь бросить, то ты просто смотришь на плоды своей деятельности и на то, что ты видишь вокруг, и этого достаточно, та радость и то удовольствие, которое ты получаешь от подобной деятельности, она совершенно перебивает любые, какие-то негативные эмоции, какой-то негатив и пессимизм. Поэтому я не знаю, для меня только движение вперед и продолжение работы подобной.